Да. Если вам придумать любые задачи, все задачи, социальные проекты, это субботы, то поищите, то ремонт какого-то помещения, школы, все это значит не проще и интереснее делать, если есть динамизм. Поэтому задача руководителя всегда будет, кто те люди, кто меня окружает, мы ставим с ними общий язык. То есть понимаете, да, что дирижер в ответ имеет большое значение при наличии ответа. Ровно так же на него посмотрится, ты вот более 777, но за эти 10 тысяч лет, а ты более 777. Но здесь даже руководитель, смысл у него, если у него нет команды. Поэтому команда это вот некая такая, ну, самое, не то, что самое выдающееся конструкция, но команда, почему надо стремиться? Создавать команду динамизм, обновлять, удешевлять, чтение, привлекать или решение общих всех задач. Причем для себя задач может транслировать команду, точнее. Не знаю, что это важно. Вот такие вопросы я люблю вам всегда задать. Если это кому-нибудь подумать, и может быть, да, как бы следующий путь. И бумага подумать, бумага, что вам для нужно для того, чтобы эти вопросы качать на себя, на обязательно. Хорошо, и всегда, что надо освоить сегодня? Ну, вот так много чего умного говорим, да, естественно, каждый день, кто понимает, работает на себя, делает понимание, на тех, понимает, хочет. Что нам необходимо знать сегодня? Первое, как вы отмечаете, знания, области управления сложной социальной системы. Короче говоря, я, опять, сегодня, может быть, просто 23 апреля, вчера, день рождения Ленина, 154 передачи, я советую по этому поводу писать, может быть, наверное, из отношения Ленина. Ленин за свою цель призывал людей учиться, учиться и учиться. Я лишь подтверждаю, что сегодня мы стоим под период времени, когда учиться нужно очень быстро. Причем, знаете, как я с вами советую, в 2022 году говорил, что нужно учиться не просто переучиться, а учиться с нуля. И я абсолютно с ним согласен, что надо переучиваться, он, конечно, хороший, но значительно быстрее нужно учиться и не бояться учиться с нуля, правильно, осваивая совершенно новые лица. Так вот, знаете, вот управление сложной социальной системой, опять сейчас, не знаю, Валерий значит, он говорил о том, что даже каждая домохозяйка должна понимать, как управляется государством. И здесь я совершенно подтверждаю, что каждая домохозяйка должна учиться управлять государством. Сильно проще будет и построить отношения с противоположным полом. Выстроить семью, многодетную семью, выстроить свою команду, выстроить свою коллектив, выстроить школьников и студентов, отношения с ними, взаимодействие, дающие положительный результат. И, конечно же, обладание знаний в области управления сложной социальной сетевой системой снимает ограничения по направлению, направлению масштаба управления среди системы мира. Всегда на этом управлении государства, управление классной группой или своей собственной семьей. Поэтому это важно. Необходимо разбираться в управлении сложной социальной субсистемой. И кто-то сможет сказать про политику. Это не только про политику, сколько про то, как управляется государство и любые группы, которые есть люди. То есть сложной социальной субсистемой. И опять же, ты управляешь, но и тобой управляешь, говорит туда. То есть если ты хочешь управлять, то есть здесь субъектом деятельности надо разбираться, то как это работает. Ну, я приведу вам пример. Страны сегодня очень хочется, ну, вот прям на сегодняшний момент. Представьте, получение в этой ситуации совершенно не нужно брать сюда. Раз есть отделение группы, тогда что, ты можешь есть на общественном транспорте? Тоже вариант, тот раз. Ты можешь ездить на такси, тоже вариант. На самолет направо не сюда, а на направо не сюда. Тем не менее, если мы хотим быть более мобильны, то более не более, нужны права на команде. Можно и понадобиться права, еще какие-то виды транспорта, которые пока еще мы не изобрели. Так вот я к чему говорю? Вот примерно тот же самый. 10 лет назад права на автомобиль были не нужны, что автомобиль как таковых нету. А сегодня права есть у каждого, и почти у каждого. И в семье сейчас левый проводит машину, а больше спрашивают, машины есть, даже если нет машины, есть права. Вот управление сложной социальной системой это то же самое. Своего рода у человека появляется способность управлять группой коллективами и самостоятельно группе коллективе взаимодействовать с пониманием того, как это работает. Поэтому это абсолютно навык сегодняшнего дня требования и навык завтра для любого уровня. Знаем области психологии управления. Здесь, конечно, я могу показаться стандартным, да, потому что математика будет очень нужна математика. Физика, школа, психология, я говорю, что нужна психология управления. Здесь я написал 29 руки, я чтобы был успешно понять, что руководитель не вышел 2005 года, 2010 года. Это руководитель многократно развивая разные темы на нас, и внутренние, и конечно, психологии управления. Это очень важно понимать. Но здесь я, конечно, не просто каждый предмет и построил выполнять, не понимаю, и построил, чтобы помогать ему управлять следующим. Когда я говорю психологии управления, конечно, здесь я выполняю просто с нами в управлении школы социальной системы. Я знаю, какие направления, но и сегодня учиться тому, что нужно к ней после завтра. Ну, конечно, здесь все эти пункты, они зависят от знания области правительства.
olha, são grandes ângulos para mim que é sobre a imagem. E junto na pia, vou chegar aqui para mim. Eu estou falando, não estou falando aqui, mas para mais, eu disse meu colégio. Me disse isso, disse na voz aqui, a companhia que era de tímidos, era sujeira de resultado, sujeira de resultado, sujeira de resultado, resulta tímidos, era só um sujeira de resultado, sujeira de resultado, não tem um no mundo agora, na vida, não só 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 na vida, Я не знаю, что вы понимаете, я не знаю, что вы понимаете.
Вот он безконтактный человек, человечный, строящий безконтактный человек, опасный человек. Потому что если я один, и зомби-пилот, какая-то, и пускай на дорогу, все равно, давай идти, я вам так скажу. Мало кто хотел бы управлять, и походит. Поэтому извините меня на этого человека, человеческие силы, его соседей, сопричиненные, и, конечно же, вынести и поддерживать его в себе. Потому что это не является константом, как он не будет усилить, может меняться. В зависимости от выбора нашей реакции на тот или иной отдавал. Хорошо, лично мне кажется, что такое необходимо обладать в 2050 году. Коммуникации главное. Понятно, нужно уметь слушать, внимательно слушать, понимать, что говорят, и говорить. Говорить, учить, терпеть и снова говорить учить. Это очень важно, но коммуникация главное. Развитие вам развитой фантазии не всегда получится. Это очень серьезно представляет, что в 2050 году, когда человек с мощной фантазией, с мощнейшей интуицией, при этом обладает живой и способен рационально ничего не сказать. Рационально ничего не сказать. Итак. Значит, что для этого надо делать? Вы, наверное, слышите, что у нас время, когда тех, кто на телевизор будет управляться и решать мир. Это не шутка, это не шутка, и пускай же серьезно, если закручен. Дело в том, что человек разумный, творческий, в отличие от его любовью, он может создавать то, чего не было раньше. Посмотрел на стихозу, создал это, посмотрел на рыбу на кита, создал подводный лодку. И так далее, и тому подобное. Чтобы что-то создать, нужно это придумать. Если у человека не раз, это фантазия, то создать что-то, в принципе, не удастся. Поэтому будущее будут не просто доминировать, а останутся как и все цивилизации, все дети, которые сохранят свою способность фантазировать, вот все будет. А для того, чтобы развивать фантазию, необходимо читать бумажные книги или слушать аудиокниги, что, в принципе, равнозначно при определенном развитии навыка аудиального восприятия информации. Почему так? Потому что, когда мы читаем книги, бумажные книги или слушаем аудиокниги, в нашей голове формируются картинки и образы, которые мы открываем через текст, через этот код, который мы называем текст. Если сейчас мы телевизор, YouTube, мультики и так далее, получается, что он не развивает свою способность фантазии, не развивает мультики или картинки, он не открывается в голове, может смотреть, перепарировать готовый информационный контент. Поэтому огромное значение читать не все подряд, не все подряд, а избирательно читать. Конечно, здесь я хочу сказать, что огромное значение имеет научный фантаст, как бы странно не показалось, но страны, которые боящиеся научный фантаст, страны, которые пишут, читают научную фантастику, они в разы превосходят по своей творческой способности создавать что-то и придумать что-то, чего не было. Поэтому обращаю ваше внимание, что наша цивилизация русская интернациональная, многоосновная цивилизация, всегда была богата научными фантастами, хотя бы Иван Анатольевич Ефремов.